Всем привет, вы на канале Кайби, и с вами Екатерина. Сегодня я в белом, зато мне не сказали, что у меня спина белая, хотя 1 апреля несколько дней назад был. Вот. Ладно. Сегодня посмотрим у Валерия Гостера, вернее, у него только что выложилось видео, это получается чуть ли не конец дня 3 числа, вот, называется «Мы да уж мальчики». Очень странное название, еще там смайлик в виде пальчика, где красятся ногти. Ладно, окей, я не знаю, что тут будет, поэтому садитесь, тоже готовьте чаечки и печенюшки. А почему, конечно, у меня же тут нету чая и чего-то вроде печенюшек. Ну, блин, до этого я поела, но решила что-то еще поделать. Да, я очень долго думал, что вам сказать. Просто на фоне того, что на улице происходит, как бы слышится очень сильное гудение. Но это не удивительно, потому что рядом, ну, грубо говоря, завод. И там, видимо, проводятся какие-то испытания. Хотя обычно испытания стараются делать за городом. Вот, поэтому, когда гудение, я немножко такая... Так, что тут происходит? Вот, ну ладно. А перед тем, как начать смотреть, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем смотреть. Всем, Валера, я привет. Привет. Сегодня, значит, мы поиграем в сталкеров. Угу. Кто не знает, что такое сталкерить, расскажу на примере. Вон стоит мужчина под лампой, 2 на 2 метра, закален и плечист, и тупо смотрит на вас. Все, это сталкер. Говорим ему просто громко и внятно. Иди своей дорогой, сталкер. Должно сработать. Все, погнали, короче. Ну, я немножко не соглашусь с этим определением, просто если про себя рассказывать, то нет, я не сталкиваюсь с тем, что за мной кто-то следил и так далее, просто я настолько была человеку стеснительным, может, даже и до сих пор, да, и на фоне вы слышите пупса, когда мне кто-то нравился, но я боялась подходить, я просто как бы сдерживала все свои эмоции, чтобы подойти, но при этом я смотрела на того, кто мне нравился. И это создавало странное ощущение для того, на кого я смотрела. Вот. И это странно, я понимаю. Когда это вспоминаю и анализирую, я тоже задавалась вопросом, а не сталкерство ли это? Но по факту сталкерство — это когда действительно, когда за тобой не только смотрят постоянно, но еще и прям следят, чуть ли не отслеживают, где ты живешь, и чуть ли не наблюдают там за окном и так далее. И вроде как даже есть такие игры, кто смотрел там у Брайм Мапса или у кого-то, кто проходил такие японские хоррор-игры, где как раз-таки одна из этих хоррор-игр была на тему про сталкерство. Вот, поэтому... Я в жизни не сталкивалась с такими людьми, кто бы за мной бы наблюдал, охотился и так далее. А у вас было такое, не знаю, или у знакомых, можете написать в комментариях, с удовольствием почитаю. Снять вам что-то еще надо. Ух ты ж, ёб, погодите, в смысле... Я рассталась с Вильямом для... Ламой. Надеюсь, он это воспримет нормально. Все, я рассталась, я не люблю Ляма. Ой, у меня будет дверь, я звоню Ляму. Он такое не позволял себе. Ляму. Меня сейчас будет сталкерить Лям, потому что я прекрасна. Ля, пентхаус на крыше, еще и камин. Я Рич Бич, что ли? Даже подставка для моей лакшери S есть. Что это? Нужно приготовить немного еды, я голодная. В смысле сделать немножко еды? Заказывай роллы, ты ж богатая. Вон, пожуй чипсов. А я, короче, вчера возвращаюсь домой. Ну, как обычно, я же говорил, что у меня муж готовит в основном, вот, так вот, когда он там готовил, уже доготавливал, он ко мне подходит и говорит, давай на следующий день суши закажем, а я такая, а почему на следующей неделе? Да просто, когда я готовил там рис, вспомнил, что есть суши. И когда добавил свой соус, он прям захотел суши, говорит, вот, ну, так как я сготовил еду, придется сначала все съесть, а потом уже заказывают. И потом на этот момент я просто расстроилась в этот момент. Ну почему не заказал? Ну, с другой стороны, он прав. Надо сначала съесть то, что сготовил.
из своего золотого корыта. Ух ты, сковородка с пробегом по эпохам палеозоида. Пиздец, а что готовить-то? Я там чипсы видел где-то. Погодите. Чипсы? Чипс Ориджин. Ну, конечно. Mm-hmm. Даже чипсы оригинальные. Вот не то, что у нас паль. Вы знаете, что это? Это просто безвкусица какая. У моей бабушки дверь такая была. И это было не модно. Я буду свою игру презирать. А что она выпендривается пентхаусом своим? Сковорода на печке. Какой-то процесс пищепоявления произойдет, нет? И что? Это готовка? Да уж, это богатый выбор. Это пойдет? Что это? Ну, это же девушка, она на диете. Вот, наверное, ей рассталась с парнем, потому что в холодильнике ничего не было, только полезная, здоровая еда, правильное питание, веганство. Да-да-да, вот поэтому муж и ушел. Органическая еда. Перекати поле. Сойдет. Сойдет, да. О, кто стучит в мою дверь так поздно? Ё-моё, не мешай мне готовить. Я даже не знаю, что это. Суп на сковороде, похоже. Жижа этой. Не знаю, кто ты там, но надеюсь, ты готовишь лучше. Кто здесь? Эй, мед, могу я войти внутрь? Угрюмый Лим, я сказала, это конечное, так что ты не можешь входить внутрь. Да что за звук USB-шный? Ты заебел. Камон, ты не можешь просто меня вот так кинуть. Я люблю тебя больше, чем ничто. О, типа сильно нас любит, если вы не вдупляете в перевод. Это конец, Лим. Просто иди дом. Открывай дверь, Катюха. Я не открытая дверь, и я не люблю больше тебя, Лим. Ты будешь с минами скоро. О, он хочет дверь заминировать. Again, он уже однажды насрал нам по дверь. Он адекватный вообще? Писец. Катюха, с кем ты встречаешься, ёпт? Звучит, как будто он ушел прочь. Спасибо бог, что ты дал ему ноги, и он ими пользуется. Еда должна быть уже готова, так смело заявляешь, что это еда. Почему ты... Интересно, из-за чего они расстались в итоге? Получается, наверное, все-таки с чуваком что-то не так было. Кстати, я, ну, так как я TikTok наконец-то скачала, что-то там не ставлю, смотрю, я услышала историю как раз-таки про такую ситуацию. Это где-то в Америке у мужичка есть свой пентхаус, и он боится то, что могут залезть воры, и у него чуть ли не различные фазы оград у него есть на своем своей территории, чтобы никто не проник. Вот. Так вот, какой-то день, вернее, уже ближе к ночи, кто-то на территорию все-таки пробрался, и потом это выяснилось, что что-то какой-то чувак, наркоман и так далее, но когда чувак пытается понять, как добраться в дом, и как бы стуча-стуча пытается, чтобы кто-то открыл, и это как-то очень страшно. При этом этот чувак вроде бы не был один, вроде как. Хотя нет, был один, но с другой стороны, как бы у него еще была охрана, и когда он увидел, он, конечно же, вызвал. Вот. Но знаете, это очень страшно. Очень страшно, когда не понимаешь, кто за дверью может быть. И даже если он, когда он просился, типа, выпустите меня, я тут заблудился, и так далее, это как бы тоже идут сомнения, пускать ли такого человека в дом. Вот. Апельсинный, это бесит. Ну, звучит сочно, ладно. Ванна меня может сейчас зачилить. Это будет отлично прямо сейчас. Помыть жопу ей надо очень срочно. А где у этих богатых ванна? Скорее, потушить. А, это не ванна. Ну, по крайней мере, пока балкон. Нет дождя. А где мыться? Кухня размером с дом. Обмыть попу негде. А, жесть, она в шкафу моется. Нифига себе. Да, какая срань некрасивая. А дверей-то в ванне, жесть, как в метро. Что это? Митя лезет в окно. Опа, кто-то... Или да. Ваня. Я их путаю. Их много у меня. Опа. Козёл, козлина, что-то кинул мне. И понаписал еще тут на своем английском. Так, сейчас. Достал. О, да, во. Это я. Вопросы? Ну да, а что? Я так всегда делаю. Просто захожу в приложение Яндекс с Алисой, жму на умную камеру, выбираю перевод, навожу на текст и узнаю, что это медведь по имени Паддингтон, а не пиво позвонило Пудингу. Часто юзаю эту фишку в играх. Ну а чё? Все языки не выучишь, а здесь... О боже, оригинальная реклама Яндекс переводчика. Ну я помню, когда только начали вводить в Яндексе Яндекс-переводчик, знаете, он так фигово переводил. Даже, ну даже и Google даже свой переводчик тоже
Потому что я помню, когда для урока английского языка, еще когда в школе учились, было проблематично какие-то слова переводить. Да, как бы какие-то слова можно было перевести. Тогда я всегда, когда переводила, я старалась, чтобы все было конструктивно, понятно, и никаких там странных фраз не было. Вот. А есть те, кто сплошняком копирует, ставить. Вот. И когда был такой урок, там как раз-таки была тема про хобби, кто-то начал читать текст, и по тексту было понятно то, что какая-то кашица, и перевелось на английский очень даже смешно, вот. Но в то время, конечно, было так. А сейчас, как бы, я наблюдаю то, что сейчас все уже поменялось, и какие-то слова предлагаются в такой ситуации, какие-то есть примеры там из каких-то ресурсов других, учебников, что как фраза это может быть. Может быть, прозвучено, написано, вот. Так что сейчас более-менее удобно. Ну, хотя, как бы, 100% полагаться на переводчик, как бы, все равно, как бы, не стоит, потому что тоже есть свои нюансы до сих пор, но более-менее получше все работает. Дай мне еще один шанс, пожалуйста, я буду хорошо к тебе относиться, я обещаю сделать все, что ты просишь. Разве я многого прошу? Хо-хо, Лим. Слушай, во-первых, я должна повыпендриваться пару дней, это раз. А во-вторых, ты разбил мне дверь, козел. Угу. А ты как такой булыжник сюда закинул? Слышь, человек катапульта. Хорошо, кот кидается. Теперь сквозняк здесь будет просто. Ну да. Ты вообще думаешь головой? Я же заболею, и потом... Здорово, суп мой не хавай. Ладно, ешь суп, я не любить тебя, я не хотеть. Лучше бы ты так бежал дверь мне чинить. Боже мой, как он бежит, боже мой. Я внезапно испугалась, как кто-то выскочил. Вот что называется эффект неожиданности. Вроде бы ты ждешь по скрипту, как должно быть. А тут немножко по-другому пошло все. Как бы это отвлекающий маневр. И как бы я забыла о том, что может быть такое, и вот. Вроде бы обыкновенный скрим, но я испугалась. Придурочный. Это же в натуре сквозь стол прошел. Слышь, ну да. Остались, отстань. Куда мне Хогвартса? Нифига себе. Он сидит за кастрюлей, притаился. Так, я могу с дома уйти тогда, раз он тут поселился? Все, кстати, давай, хороший. Дверь починишь, позвонишь. Сейчас буду деду жаловаться. Привет, дед, нужна помощь. А? Лим, прикинь, ворвался ко мне домой и сломал двери. Что там? Двери, говорю, сломал. Чего надо, Саша? Ты что, издеваешься? Двери, входные! А? Я говорю, я пока у тебя в доме поживу. Хорошо. Жесть, ну и срань. Все, поехали к деду жить. Пешком иди. Какой же ты дурак. Вот так вот уезжаем от него драматично, не поворачивая руль. Крутящийся руль — это вообще доп-опция в машинах, очень дорогая. Не у каждого есть. Ну, конечно же, дед будет жить посередине леса в замке. Типичные деды, ну вы знаете, выживают как могут, собственно. А разве безопасно тут жить, чем в пентхаусе? Мне кажется, еще страшнее будет. В замках. Здесь так темно, давайте включим свет и найдем спальню. А давайте повключаем свет в доме и припаркуем машину прямо около главного входа. Это ж так беспалево. Могу да, вообще. Залепить, чтоб мне в окошке не смотрели. Так, это дверь. О, боже мой. Теперь я буду бояться смотреть дальше. Надо перевести дух, господи. Ну, ты знаете, как-то... А можно у тебя дедушка переночевать? А, у меня вот такой вопрос. А дедушка вообще живой? А то как-то темно. Она приехала, как бы все темно. Лия, может быть, до этого мог все подготовить специально, чтобы мы сюда уехали, чтобы это нас в ловушку согнать? Наш герой, наверное, об этом не подумал. Хотя, ладно, это же хоррор. И так сойдет. В смысле открытая? Не-не-не. Лучше перебздеть. Блин, а дом деда мне нравится больше, чем ее квартира. Здесь пахнет благородной старостью какой-то. Здесь столько окон, он же не только в двери может заходить. Ну да. Вы не знаете моего Лима. Он ради моей пуси порвет всем суси. О, King Size, это мне. Проснулись, улыбнулись. 3:55, а мы только раздуплились. Опа. Писец, как жизненно. А где мой мужчина, который хочет день. Меня вернуть? Я не понял, уже 3:55 вообще-то. О, дед уже дома? Проверить дверь. Это не дед, это за мной. Я посмотрю в глазочек. Хотя если он мне ткнет пальцем в глазок. Я в детстве такой боялся штуки.
Я не буду смотреть. Страхи. Я не буду check the door. Я и так check the door через эту дырку. Я не буду открывать. Не-не-не-не-не. Я выйду через задний ход, короче, и посмотрю из-за угла дома, кто там стоит. Хорошая идея. Как никого. А где маньяки? А, ну хотя бы не через окно, спасибо. Дорогой новый житель этого особняка, я предыдущий владелец этого особняка, и вы тот человек, которого я искал. Я надеюсь, что вы останетесь здесь на некоторое время, и я уверен, что мы прекрасно поладим. Я буду наблюдать за тобой. Да, ничего подозрительного нет. Нет, наблюдать за мной — это так ужасно. Надо сходить в магазин. Учимся у главного героя забывать о проблемах. А мы уверены, что у нас ничего нет поесть просто так? Давайте оценим. О, ну, вообще пусто. Полено погрызть какое-нибудь. А где дедушка? Магазин так магазин. Где обязательно он? Закрываем за собой двери, иначе он проникнет к нам в дом и помрет там от голода. Мы же не хотим такое. Не допущу таких факапов. Да что, пятерочка? Почтительный магазин. Почтительный. Кстати, держу в курсе. Вот так чисто и намусорили, вы посмотрите. Это стрёмно, она выглядит как я. Пропала Эшли. Помогите вернуть Эшли домой. Сообщите в полицию, если вы видите ее. Все, замес понятен. Сейчас для какого-то опездала я буду похож на Эшли, он будет меня хотеть вернуть себе. Что-то такое радостное, я еще цену не смотрел здесь у тебя. Так, а что мне надо в магазине? О, привет, я не видел тебя раньше, ты новенькая? Я не Эшли, если что. И где ты живешь? Я не Эшли. Ты одна? Я не Эшли, отъебись. Снеки, сода, молоко, генералы, вайн фуд. Все понятно. Что такое ценерели? Похороны? Уголь? Что это? Понял, начнем с конинной еды. Волшебно. Чудесно. Так, снеки есть, теперь надо... Сюда вернись ты. Куда собрался такой? Оп. О, я могу не платить! Лох. Мне вопросы просто не понравились. Я номер машины запомнил. Все. Не уезжайся. Давай, давай, езжай отсюда. Не в очку я не спер. Я оплачу. Деньги есть. У меня дома камин, если что. Что тут? Добрый кола взято. Странный звук. Где молоко? Вот. Все не в холодильнике. Вы что, нарушаете правила хранения продуктов? Оно же испортится. Или, может быть, я будку твою широкую испортить, ты? А вот эти похороны, фруктовые круги. Ну, шарики. Похороны. Опа, подожди-ка, мне это не нравится. Это какой-то гладкий парковщик здесь. Гладкий парковщик. Чел, ты видел? Подозрительно, тебе так не кажется? Где вино? Очень подозрительно, мне нужно вино. Оплачивать надо? Или я так красивая пойду? Привет, это все? Да. Хорошо, с вас тотальных 22.50. Спасибо, хорошего дня, вот ваш грация. Спасибо тебе, добрый викинг. Забавные факты, когда ты носишь в пакете... Ладно, не забавные тут. Придурок, блять. Какими звуками ты вообще существуешь в этом мире? Перед тобой дама. Время уже 12 часов ночи. Я хотела порелаксировать, посмотреть. Ага, вы видите, я как релаксирую и отдыхаю. Господи, а что там скрипы, ну мы поняли. С пакетами чуть не обосралась. Вы знаете, такая молодая красивая леди, как вы, не должна гулять здесь в одиночестве. А да я ты не что? В одиночестве, со мной 50 килограмм продуктов вообще-то выгуливаются. Так что будешь бузить, консервной банкой получишь бан. У меня есть кое-какие желания, но я думаю, лучше, если я не скажу об этом. И не позволяйте мне поймать вас в одиночестве снова. Мне не нужны твои угрожения, респектуй моему космосу и сваливай. Это я понимаю, отшила, деточка. Ну, такой вообще стилистовый армун такая. Все, мы поехали с пакетами домой. Тут... Значит, это этот будет сталкером, да? А что будет, если и бывший, и этот сталкер одновременно находиться рядом с особняком? Вот это будет жесть, как выживать-то. Сить, значит, не забывайте продукты в машине. Иначе они испортятся и начнут курить и ругаться матом. Это же все знают с детства. Так, а свет у меня горит, потому что я сам, придурок, понавключал везде, правильно? Дед вернется, охуеет счетов за свет. Ну а что? Внучка приехала, пусть радуется. Сложить продукты в холодос. Ну это конечно. Что-то здесь немного изменилось. 22.50 отдал, а у меня только здесь... Что это? Вот это страшно. Да блин, где дедушка? Такое. Неизвестный, добро пожаловать домой. Чел, мне плевать, у меня
Холодильник на батарейках. Ты выглядела красиво сегодня в магазине. В смысле выглядела? В смысле только в магазине, а сейчас, а всегда? Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова. Господи, одни дебилы вокруг. Да, кстати, шуршание такое прям страшно. Getting closer. Ты же мне вырубил свет. Как ты хочешь меня увидеть? Ну включи его. Ё-моё, он там пытается открыть дверь? Обратный, посмотри. Я почти здесь. Или... Или что, если я уже здесь? Он... Не пугай. О, боже мой. О, это так страшно. У меня все двери закрыты. Он максимум в щитке там балуется снаружи. Не. Стоит. Пусть играется. Я здесь. Проверить дверь. Нафига проверять дверь? Зачем проверять, игра? У меня есть идея получше. Диспетчер, что случилось? Мне нужна помощь. Я зарезервировала массаж. Короче, мне страшно. Я понимаю. Ближайший офицер скоро будет. Можете ли вы описать природу вокруг? А, угроза какая. Они смотрят за мной, ходят за мной и пишут гадости. Пожалуйста, проголодайтесь. Помощь в пути. Реально так быстро? Похоже, все под контролем. Наши офицеры поймали человека в белом фургоне снаружи вашей резиденции. Фух, это было... Это был, походу, бывший. Скорее всего, да. Потому что тот чувак, который был... А, нет, в белой машине. Это тот, который... О, вы здесь новенькая? Вот, то есть, вот этот спрашивает. То есть это он, да? Нифига себе. Рельефно. Так, теперь давайте примем ванну и спать. Она до сих пор помыться не может, бедняк. Погодите, ой, за ней следят не то не один, а несколько. Я только сейчас поняла, потому что слишком быстро как-то поймали. То есть, получается, тот, который в белой машине был, ну, в фургоне, потом пойдет по уровню тот, наверное, который в голубой машине, и потом наш бывший. Ё-моё. Бедняка. Так, а здесь дверь запереть там можно, надеюсь? Ачивка, вы включили весь свет в доме. Да, очку. О, да ладно. А что? Боюсь, наконец-то момент куска. Что? Показалось. Надо кто-то пойти фоткает. Спать. Конечно, показалось. Да, показалось. Ищи себя в прошмандовках. Кто-то фоткался. А, в дверной проем просто щелкнула. Сейчас эти фото по всем пабликам разлетятся. Катюха намывает жопу. Называется фотокарточка. Ура, новый день, новые сюрпризы. Если бы я могла остаться с Лиом, это, наверное, было бы безопасно для меня. Позвонит ли ему? Я бы, наверное, ну не знаю, если он хотел нас, не знаю, что сделать, поэтому я бы не позвонила бы, как он в пентхаусе вел себя. Нет, конечно, это Лим натравил на нас этого нового типа. Пусть они... Нет, скорее всего, это... А хотя, возможно. Они между собой замесятся за меня, и я свободно буду. Все, не звоним никому. Нет, конечно, нет. О чем я думаю? Надо занять свою голову чем-нибудь другим. Сначала нужно убедиться, что дом пуст. Так, ну сначала что, двери? Двери закрыты, в ванне не насрано, на потолке никого нет. Так, что здесь? Вот, что-то не так с этой книгой. Что не так? Она просто белая. Она выделяется. О май гад, what's going on? Записки, пиписки. 15 августа пропала Эшли, ее муж главный фигурант этого дела. Последний раз ее видели тут. Смотри, мило, мы попали в новости, это правда круто. 17 число, через два дня получается. Я не могу заменить тебя, здесь нет никого такого же особенного, как и ты. Почему ты заставила меня это сделать? Я никогда не хотел вредить тебе. В смысле моя вина? Как это моя вина? Я не хотел, чтобы так все закончилось. Не оставила мне выбора. Как мне теперь жить без тебя? В чем смысл? Я печатаю мертвому человеку, я бы все сделал, чтобы вернуть тебя назад. Я что, сплю? Чего? Клянусь, это ты. Она выглядит точно так же, как ты. Ты вернулась ко мне через 10 лет. А, я не могу позволить ей убежать отсюда. Короче, все понятно. Я похож на ту, что пропал, ла. И сейчас меня будут красть, любить. Надо лезть в подвал. Похоже, самое время поговорить с дедушкой. Дед, ты тут вообще, алло? Да, что случилось? Да тут писец, блядь, что случилось, дед? У кого ты этот дом покупал, ёб? Ну, я только знаю, что жена его пропала. Его имя
Вак как? Вакто, Ваканда, Валли, Вантус, Вавилон, Ваги. Ж реально уже ночь идти в кроват. А чё меня в подвал не пускаете посмотреть? Как бы из подвала кто-то может прийти. Да что опять происходит? Вот это страшно. Боже мой. Может, надо все-таки Ливу было позвонить, а? Не, не надо мне. Спать. Иди спать. Спать. Я не умею читать, отстаньте. Ты думал, что все кончено, сейчас чувствуешь себя беспомощным, не так ли? Твоя машина не работает, твой телефон разрядился. Полиция думает, что они поймали человека, стоящего за этим, mm-hmm. и ты не знаешь, где я. Меня больше ничто не может остановить. А вот это жутко. Может, все-таки нужно было Лиму позвонить? Ты в подвале сидишь, неадекват, я все знаю. И что мне делать? Может быть, типа, соседи смогут мне помочь? Ага, соседи. Соседи. Я дом в лесу купил, здесь и соседи только леший, блядь, и белки. Вообще. Ну и... там кто-то бегает. И змеи еще, вот, пожалуйста. Ого, это определенно машина Лима. Машина Лима? Лима. Он поставил себе тут сарай, чтобы следить за мной. Офигеть. И жить. Трэш, пойду. Трэш. В подвал. Понятно. Он здесь шахту вы... Все-таки это Лим. Под моим домом, чтобы лазить ко мне в дом. Слушайте, нужно возвращаться к этому парню, он трудолюбивый. Это Лим. Нет, все-таки его убили. Серьезно, то есть получается нет. Как все было? То есть этот интересовался, то есть он спрашивал в магазине. Вот. А, и, видимо, кого он там спрашивал, увидел на фотографии нас, героиню. А, тот подумал, что это пропавшая жена. Вот. И, в общем, кукуха поехала, этого первого сразу устранил. Потом ситуация с человеком, который на белой машине приехал, это который с магазина. И получается, кто... Остается тот, который тоже в голубой машине, как у бывшего машина, который в супермаркете столкнулись. Ну, вы поняли, который выбежал. Вы такая красивая! Это странно было, на самом деле. Им, что с ним случилось? Ой, да не знаю. Объелся томатной пасты, наверное. Сидит довольный. Она моя. Опа. И только моя. Опа. Без фильтров, с нерабочей стороны сфотали. Капец, ну кто это такой криворукий? Ну попадос, Лимчик, жалко меня. Тебя, наверное, тоже, но тебе уже... Shit to sprint? А я еще жива. Ой, а это мне. Грубик. А, нет, занято. Мне уже страшно. Я не смотрю. Это не мне. Это останки Эшли. Какой же больной извращенец ее муж. Даже не знаю, что типа он бы со мной сделал. Ну, открутил голову. Понятно же. Но это, кстати, вот выход. Прям ага, в дом. Кстати. А по какой причине еще раз он ее убил? Он... Это продавец? Продавец магазина? Вот это поворот, на самом деле. Я бы не подумывала. Это кассир, это недобрый викинг. Все, я разочарован. Я день тоже. Верни. Я не могу больше ждать. Ты нужна мне сейчас, моя новая Эшли. Я, конечно, похожа на вашу бывшую жену, но я не смогу вам ее заменить. Да пофигу, ты выглядишь еще лучше. Иди сюда. Я сейчас, короче, я не могу больше ждать. Нет. В скобочках. Я должна бежать, пока это не стало слишком поздно. Ля-ля-ля. А как убежать? Он сразу достал меня. Класс. Два грубика. В коробке. Теперь это уже Xbox. Попробовать еще. А, настолько еще раз. Капец. Ну, блин, Лим хороший парень был. Что мы... Ну ладно, ребят, я посмотрела видео. Боже мой. Только и дело, что пугалась. Ё-моё. Мне интересно, что было бы, если действительно мы убежали от этого чувака, чем бы все закончилось. Ну ладно. Надеюсь, и вам тоже понравилась реакция. Если да, то обязательно поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотр и ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Севе Дискорд, то пожалуйста, на YouTube-канале можно найти ссылки на группу ВК и на Севе Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока.